Доброго времени суток, дорогие друзья! В этом ролике мы собрали все новые сериалы НТВ, которые стоит посмотреть. Устраивайтесь поудобнее и приятного вам просмотра! Итак, одной из интереснейших премьер телеканала стал сериал «Золотое дно». Уже также прошел и интернет-релиз этой драмы. По итогу премьеры у картины отличные рейтинги 7,6 на Кинопоиске и 7,9 на Кинотеатре. Обязательно ознакомьтесь, ведь по сюжету после смерти Алексея Градова, владельца крупного строительного холдинга, его наследники вступают в борьбу за миллиардное состояние с бывшим чиновником и бизнес-партнером покойного. Со стороны семьи эту войну возглавляет Градов-старший, основавший фамильный бизнес еще в 90-е, но отошедший отдел. Кроме передела активов, Градовы, жены, дети, внуки заняты выявлением старых обид и накопившихся друг к другу претензий. У них есть все – деньги, власть, связи и статус, но этого и мало. В погоне за наследством они готовы разорвать не только врагов семьи, но и друг друга. Роли в драме исполняют Алексей Гуськов, Юлия Снегирь, Игорь Гордин и Павел Попов. Далее, 6 февраля в 20:00, нас ожидают две новые серии 6 сезона остросюжетного детектива «Шеф. Мужская работа». Сериал также является одним из самых рейтинговых за телесезон – 9,1 балл на Кинотеатре. Кинопоиск, к сожалению, пока рейтинг не выставил. Новый сезон остросюжетной саги вновь расскажет о талантливом сыщике Викторе Расторгуеве. В новых сериях он возглавляет операцию по захвату большой партии наркотиков, прибывшей на фуре в Подмосковье. Главный герой также напоминает Новожилову о его обещании отработать в министерстве 2-3 года и вернуться назад в северную столицу. Итак, 2-3 года прошли, да и момент сейчас, когда кресло главного розыскника Санкт-Петербурга вакантно самый подходящий. Таким образом, в новом сезоне Расторгуев вернулся в Питер. В криминальном мире города тем временем заправляет некий граф. Всего серий в новом сезоне 30, если уже смотрите, то обязательно пишите, как вам. Ну а мы двигаемся дальше. 29 февраля на НТВ нам покажут новый исторический детектив «Страх над Невой» с Антоном Хабаровым и Андреем Фроловым в главных ролях. Рейтинг ожидания проекта, созданного совместно с Иви, очень высокий. И сериал имеет все шансы стать одним из самых удачных премьер начала года. А в центре сюжета майор КГБ Чубин. Ему предстоит поймать орудующего в северной столице опасного маньяка, который по ночам насиловал и убивал женщин, оставляя на местах преступлений таинственные символы. Несколько лет назад майор уже пытался разоблачить похожую языческую секту, поклоняющуюся Чернобогу. Тогда он совершил попытку внедриться в тайное общество, но был раскрыт и стал жертвой жестокого психопата, который и возглавлял ту секту. По сюжету Чубина спасли в последний момент, но пережитое оставило неизгладимый след на судьбе мужчины. Однако, несмотря на перенесенную психологическую травму, главный герой остается профессионалом своего дела, а компанию ему составит напарник капитан милиции Федоров. Серии в новинке запланировано 9, не пропустите. К слову, сегодня сериал станет доступен в сети. Одним из самых ожидаемых сериалов телеканала НТВ является третий сезон «Горячей точки». За все время вопросов о сериале у нас в комментариях, да и в сети, набралось очень большое количество. Пока что НТВ не анонсировал премьеру сериала в своей программе и на сайте. Тем не менее, спешим напомнить, что новые серии «Горячей точки» были в последнем киноанонсе НТВ на первое полугодие 2024 года. Вероятно, ждать осталось совсем недолго, ведь большая часть сериалов, туда вошедших, уже вышли. В сети также есть информация о премьере третьего сезона в конце февраля 24 числа, но она никем не подтверждена, посему советуем набираться терпения. А пока уже стало известно, что именно нас ждет в новых сериях. Итак, Женя Мурин перебирается в Воронеж и устраивается работать на стройку, пытаясь начать новую жизнь. Вскоре выясняется, что хозяева стройки не дают покоя рабочим бесконечными поборами. На этой почве Мурин вступает в конфликт с руководством и милицией, и его довольно быстро увольняют. Так Михалыч предлагает Жене работать в созданном союзе ветеранов локальных войн, на что он соглашается. По ходу событий главный герой также пытается найти Таню, чтобы увидеться с сыном, и Катю, чтобы отомстить за смерть матери. Ну а чем это закончится, надеемся увидеть уже скоро. В касте проекта мы увидим Арсения Робока, Елену Лотову, Назира Жукова, Павла Попова и других, а серий будет 24. Еще один третий сезон, на этот раз комедийного боевика «Бим» на НТВ, наполовину вышел.
Часть новых серий уже вышла на экраны, а также их теоретически можно посмотреть в сети. Сам сериал стал одной из первых премьер НТВ в этом году. Сюжет традиционно разворачивается вокруг капитана полиции Макара Климова, компаньоном которого во всех передрягах все еще является пес по кличке Бим. Саму картину снимали в Новороссийске, а главные роли в ней сыграли актер театра и кино Денис Никифоров и Лансер Форвард. Как вы, наверное, уже поняли, если не смотрели, то в новом сезоне отделение в полном составе переезжает в другой город, и сотрудников полиции перераспределяют как раз в наполненный туристами Новороссийск. Исходя из рейтинга нового сезона, он получился весьма неплохим, несмотря на то, что вышла только половина. Тем временем в Московской области стартовали съемки драмы для телеканала НТВ под названием «Самозванец». Многосерийный фильм расскажет о профессиональном угонщике по прозвищу Бурлак, который после угона дорогого авто с крупной суммой денег вынужден скрываться от бандитов под именем своего бывшего друга. Главную роль в этой картине исполнит актер театра и кино Максим Стоянов. В самой картине будет 12 серий, а в ролях мы увидим также Сергея Яценюка и Павла Гайдученко. Более того, в производстве находится и новая военная драма под названием «Глаз пустыни» с Евгением Шириковым, Антоном Вохвиным и Сергеем Комаровым. Эта история основана на реальных событиях и расскажет о действиях в Сирии в 2016 году. Главный герой Максим с группой разведчиков отправляется вглубь страны на поиски погибшего наводчика Александра. Чтобы выполнить этот приказ, отряду придется пройти через все круги ада. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре «Премьер», а затем зрители смогут увидеть его и на телеканале НТВ. Кстати, это уже третий мини-сериал из 4 серий с Сергеем Комаровым в одной из главных ролей. А в конце прошлого года были завершены и съемки «Грабителя» с Антоном Васильевым, премьера уже в этом году. По сюжету сотрудник управления по борьбе с экономической преступностью Глебов, которого и исполнит Антон Васильев, приезжает из Москвы с проверкой в провинциальный город, из которого он не так давно уехал на повышение после развода и полное разочарование в семейной жизни. Он становится невольным свидетелем ограбления банка, в который он как раз и пришел с проверкой, украдена черная бухгалтерия местного зернового короля и криминального авторитета Зёмы, а участников этого ограбления находят убитыми. Главным подозреваемым становится сам Глебов, который пустился в бега, понимая, что найти черную бухгалтерию означает найти истинного преступника. В ролях мы также увидим Олега Каменщикова и Дмитрия Колчина. А из уже вышедших сериалов напомним про картину «Сармат». Криминальный боевик и драма из 4 серий вышел 21 января. Главный герой этой истории – оперативник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Артем Стеклов. Он внедряется в сочинскую преступную группировку, которая занимается распространением наркотиков на территории Краснодарского края. И именно Артем входит в доверие к Костику, сыну главаря организации Виктора Хромова. Однако спустя время бандиты нападают на дом оперативника и устраивают стрельбу, в которой погибает жена Артема. Сам оперативник и его дочь оказываются тяжело ранены. Желая отомстить, Артем отправляется на юг, чтобы найти убийцу жены. В ролях Максим Щеголев, Майя Вознесенская, Сергей Комаров и многие другие. Если не смотрели, то уже это можно сделать на сайте НТВ. Полностью вышел и еще один мини-сериал «Хамелеон». 28 января зрители увидели все 4 серии. Итак, мелкий уголовник занимает место погибшего брата героя, чтобы восстановить справедливость. В ОПГ наркоторговцев внедряется агент ФСБ Антон Старцев. В силу обстоятельств Антон погибает, и вместо него в отдел берут его брата Сергея. Однако по сюжету Сергей мелкий уголовник, он категорически не желает работать на отдел. В разгаре у героя роман со Светланой, и вообще ему кажется, что в жизни его все устраивает. Но когда преступники берут в заложники его девушку, он вынужден занять место своего брата и продолжить выполнять задание по ликвидации ОПГ. Главные роли в этом сериале исполняют Дмитрий Пчела, Мария Пирогова, Илья Ловкий и Сергей Комаров. Отметим, что рейтинги у обоих мини-сериалов, несмотря на неплохой актерский состав, прямо не очень, не больше 4 из 10. Если вы уже ознакомились, то напишите, понравились ли вам новинки НТВ, а если нет, то почему. Но мы двигаемся дальше, ведь позавчера телеканал показал в своем эфире исторический детектив «Цербер» с Сергеем Мариным, Александром Горбатовым и Тимофеем Трибунцевым. Действие этой картины происходит в 1826 году в Санкт-Петербурге. После подавления выступлений на Сенатской площади следственная комиссия начинает поиск участников восстания декабристов. Некоторые из них попадаются властям из-за доносчиков.
В это время неожиданно в Петербурге происходит серия жестоких убийств. Жертвами становятся те, кто донесли на декабристов. А возле тел убитых неизменно находят листок со строками из стихотворения молодого поэта Александра Пушкина. За это расследование берутся московский сыщик и освобожденный из-под ареста дворянин. Кроме того, в скором времени, вероятно, к концу февраля, нам представят и долгожданную детективную новинку ГДР. Тут, к сожалению, нас также ожидает телепремьера, так как уже 16 февраля сериал представит своим зрителям онлайн-кинотеатр Винк. Свою дату выхода НТВ пока что не назвал, но мы будем ждать и держать вас в курсе. Напомним, что по сюжету 1989-90-е годы генеральный секретарь КПСС Михаил Горбачев начинает глобальные преобразования в СССР. Он страстно желает стать звездой мировой политики и ради этого готов идти навстречу Западу как угодно далеко. Однако задуманная Горбачевым перестройка приводит к фатальным и необратимым последствиям. А все это мы увидим глазами разведчика Александра Нечаева. Он оказывается в центре операции, организованной спецслужбами нескольких стран. За месяцы, проведенные в Берлине в момент слома всей послевоенной системы мироустройства, Нечаев сильно меняется. Он уже не знает, кто друг, а кто предатель, но продолжает отстаивать честь и интересы своей родины. Не пропустите премьеру, а также обязательно напишите, какие сериалы НТВ вы ждете больше всего. И еще услышимся на Киночернике.